центральном районе, недалеко от остановки улицы Ленинградская, в сольном ДТП пострадал водитель Ниссана АД. 21-летний автомобилист компании младшего брата ехал со стороны Дали-Наргамаша по левому ряду. Шел ливень. Водитель универсала при перестроении в соседний ряд угодил в ручей, возникший на дороге. Машина потеряла сцепление с асфальтом вследствие аквапланирования, эффекта водяного клина, возникающего при большой скорости движения. Ниссан занесло и выбросило за пределы проезжей части. Оставив внушительную борозду на газоне, АД ударился о столб. Об аварии рассказал 18-летний родственник раненого, который отказался от медицинской помощи. Перестраиваться сильно, друзья, нас занесло и улетели в столб. Поплыли, даже не смогли ничего сделать, колеса просто полом встали. А что сейчас с водителем? В реанимацию везли. Какие травмы он получил? Я так понимаю, его... Сильно ушиб груди. Ну и ноги зажало, так ничего особенного. На помощь зажатому в салоне водителю очевидцы вызвали скорую и службу 112. Спасателям пришлось применить специальную технику, чтобы освободить человека. Владельца иномарки, как военнослужащего, госпитализировали в 301-й окружной госпиталь. От более серьезного исхода горожанина, по всей видимости, уберегла сработавшая подушка безопасности. С места происшествия Юлия Зима и Павел Рогатин.